Добрый день. Я тоже здравствуйте вам желаю. Доброго дня. Добрый. Я что, на стриме? Нет, на записи. На записи, понял. Я якось вас бачу, в принципе, вы там играете, да, музыку всякую. Да-да. Гимн России постоянно исполняю, точно. Ну, я ж не помню вашей позиции, я не дивился, просто так бачу сбоку. А, да, это... Позиция самая, что ни на есть. Нашинская. А я вот вижу, у вас там медведь на футболке. Да. Знаете историю этого медведя? Ну, как вообще он появился как символ России? Ну, расскажите, интересно очень. Не, ну, я же спрашиваю у вас. Не, да мне интересно, я у вас послушаю, ну, в сказках там. Да не в сказках. Вообще, откуда это взялось? Расскажите мне, если вы знаете историю. Ну, вы видели там, например, карикатуры 19-20 века? Нет. Когда изображались там европейские страны, Россия и другие. Так это европейцы вас изображали так просто, что как ассоциация с медведем, таким грубым, неадекватным, который это может... Это вы сейчас придумали, да? Не, посмотрите карикатуры 19-20 века. А то, что было до 19-20 века, то, что всегда... Ну, а что там было? Медведь считался царем и всея Руси, так это вам... Ну, вы говорите то, что вам удобно, правильно? Неудобно. Я видел эти карикатуры, там Первая мировая в том числе, там турецкие войны. Я говорю, что... Да это не важно, там типа... Крымская война. Вы знаете, а в «Крокодиле» все время дядюшку Сэма так-то изображали там и т.д. и т.п. Я еще раз спрашиваю, а что было до 19-20 века, до тех, времен? А ничего же не было. Ну, если вы мне покажете то, что там было, что вы себя с медведем ассоциировали, то да, хорошо. Конечно, я же вам говорю, что испокон веков царь зверей был медведь в России. Покажите мне тогда или карикатуру, или картинку, или какие-то там, ну, документ хоть какой-то, который говорит... Нужно показывать, у вас есть Google, пожалуйста, пойдите. Так напишите мне, что мне надо искать конкретно. Берите это, откуда возник там медведь там в Гугле? Нет, так вы же мне как раз вот говорили за это. Приведите мне пример, чтобы я сразу нашел. На 100% всех вопросов Google уже ответил. Так. Я вам эти вопросы не задаю, вам это интересно, идите. Ищите. Ну, логично. Нет, так я вам привожу карикатуру Крымской войны. Это никак не связано. У меня тьма животных там всяких. И волки есть, и орлы, и зайчики, и всякие куча там маек вообще. Не, ну там медведь, у него там вот эта повязка русская типичная. Это же все не просто так. А что? Не просто так? Не просто. Медведь из повязкой этой русской типичной, знаете, такой древней. Из древня, то, что там были, значит, вот женщины носили такие вот повязочки. Откуда можно погуглить, откуда эта повязка взялась? Не, повязку я знаю, а вот медведь, я же говорю, Крымская война, карикатура, там как раз Россия изображается в медведе, типа как неадекватный зверь. Да. А можно вам вопрос, а к чему этот бесполезный разговор вообще? Не, ну так вы же говорите, что вы за Россию там топите, вот у вас медведь на футболке. Я вас спрашиваю, а вы знаете, откуда медведь появился? Я в России живу, как я могу не за Россию не топить, понимаешь? Конечно. Как можно не топить за убийцу? Вот посмотрите, вот это я рядом со своим домом нахожу, вот такое вот. Так вот, к этому жизнь меня не готовил, как говорится, поворот. Вот да. Чипы вот всякие, я понял, вот. Ну, мне этот хлам показывает. Вот, видите? Могу больше показать. Когда вы попадаетесь на людей из Донецка, они вам или из Белгорода, или из Курска... Донецк — это Украина, да. Донецк — это Украина. Донецк, конечно, они находятся уже в составе России. Все это. То, что вы себе это вообразили, это же ваше. Никто это не признает, и, знаете, это для дураков. Вы можете считать что угодно своим, но никто этого не признает и потом даст по щам. Вот и все. По щам даст? Ну да. Ну, если вы ядерное оружие не примените, хотя вы тоже уже там тренируетесь, да? А вы просто провокатор. Всего доброго вам. До свидания. До свидания. Поучите историю. До свидания. Поучите историю.
А теперь, дорогие россияне, давайте почитаем про вашего русского медведя. Что же мы имеем в итоге? Очевидно, что английские гравюры 18, 1, 3, 19 века выражали образ России через изображение медведя, показывая ее дикость, кровожадность, мощь, порабощенность или глупость. Интересно то, что негативный украшенный Западом образ медведя был перенят Советским Союзом в конце 20 века и наделен смелостью, упорством, силой. То есть все соответствует тому, как я и сказал. И с самого начала, еще с конца 17-го, начала 18 века, Россию изображали иностранцы. У самих же россиян как такового символа не было. В 90% карикатур Россия изображена в образе медведя, неуклюжего, злого, а в остальных 10% она изображена каким-то заросшим, немытым Ванькой. И это в принципе понятно, так как и сейчас такие Ваньки часто попадаются мне в чат-рулетке. Совпадение, не думаю. Вот одна из лучших карикатур, как я считаю. Как мы видим, все страны изображены в человеческой адекватной форме. И только Россия изображается как злой, неадекватный медведь в типично российском мундире. Также есть множество карикатур прямо на картах, которые изображали Россию либо медведем, либо каким-то бедным немытым Ванькой. На всех этих карикатурах мы видим одно и то же. Вот даже дабл есть. Вот мы видим Ваньку, а за ним сразу же медведь. Тут мы видим Ваньку, и возле него медведь, там какая-то водка и еще что-то там творится. Ванька пытается поглотить всю Европу. 1914 год, начало Первой мировой. Опять-таки, Россия изображается в форме неадекватного злого медведя. Все остальные страны, как мы видим, в человеческой форме. Причем за этим медведем еще монгольские наездники. Вот 1915 год, Первая мировая война. Ванька пытается влезть в Европу, где его не пускают австрийские штыки. Вторая половина 1915 года, где Ваньку медленно, но уверенно побитого и искалеченного выталкивают с Европы. В это время как раз таки российские войска массово отступают. Вот Ванька на китайской карикатуре изображен в форме такого большого медведя, лежащего на боку. А теперь, дамы и господа, давайте же посмотрим плакаты и карикатуры России времен русско-японской войны. Давайте попробуем найти хотя бы одну, хотя бы где-то, медведя. Мы видим тоже такие карикатуры, которые осмеивают европейцев, но все в человеческой форме. Мы видим американца, который во всем видит выгоду, ему плевать на своих солдат. Опять-таки плохие американцы со своими деньгами и большим кошельком. Америка, Америка. И опять-таки Америка. Но нигде я не могу найти, где в российских карикатурах мы видим медведя как именно символ России. Что говорит само за себя. Что говорит о том, что это была чисто западная насмешка. Никакого символа медведя в России до последних годов Советского Союза просто не существовало. Вот и казочки конец, а кто слышал, молодец. Слава Украине!